вот все прочел. Слушай, как осторожно. Да. Так, мы вышли, но что-то сегодня никто сильно камуфлироваться не стал, кроме гоблина и Тирей, наверное. Я, видимо, буду за пятачка. Хотя тут все сами себе пятачки. Гремит. Пошли в лес. Уже тут огневая зона. У нас по карте получается. Нам прямо. Нам до тропы, где пакет. Ну, гоблинская тропа. И там от нее чуть-чуть налево. Там ломится Жак с Беркутом. Осина, кажется. Нам надо ее найти в развилке. Находится наша закладка.
нет Сакая. И ралли Аллахит. Ну, что нам повезло? То, что приметно. Ралли Аллахит. Нет Сакая. Время. Время у нас будет всего 20 секунд. На то, чтобы зачистить этих двух родов. Объектов. Объектов, да. Что чисто теоретически гоблин может считать, что я пойду по этой траектории, и меня можно будет подкараулить. Так. Соответственно, здесь эльф. Он будет, скорее всего, на гоблинской тропе. Так что гоблинская тропа для нас закрыта. Нам надо идти на северо-запад. Так. А, во. Так. 14:27. Абу Умар аль-Багдади. Али Тимаев. Так, ладно. Мы еще. И где-то вот влево 50 метров. Давай я залезу. Хотя, знаешь, по-моему, ничего тебе не придется. Я просто подвину. Пойдем. Давай. Закладку. 14:27. Так. Вопрос. Какого? А ты его поколи по это. Может, он себя туда показывает? Не. Ну, значит так. Че, тогда ты снимаешь, я прикрываю, да? То есть прошли копский отдут, то мы их даже можем догнать. Либо так вчерашние, если ты мог найти. Вроде нет никого.
Один идет, другой стоит, слушает. Потом меняемся. Потом мы идем одновременно, во-первых, вдвое больше шума. Во-вторых, мы ни черта не слышим за этим шумом. Первое. По-моему, все чисто. По-моему, чисто все. Что у нас это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть такое ощущение, что позиция вообще где-то там. Ну, либо там, либо там. То есть вот в этом секторе. Якобы. Где мишень? Ну, позиция. А потом есть такое предположение, что нам придется ползком туда добираться. Противник только от антиснайпера. Он нас может охотить.
Ахтун! Там лежит Тирея. Кто-то кого-то нашел. Там вот. Значит. Ты слышал? Это там. Смотри, подожди. Мне всегда будет посадить тебя. Ты будешь впереди. Как хочешь. Нет, я тебя могу спалить. Если я буду палец вперед тебя снимать. Да, но ты же тоже полноценная боевая единица. Ты стреляешь тоже. Ладно, тогда мне быть сзади всегда. Нашли его. Судя по очередям. Деревья даже не видно. Он там хорошо выкопался. Вот тут где-то, наверное. Там где-то, да, стрельнули? Да. По времени вроде успеваем. Выглядывает. Куда-то ползет. Место поединок снайпера с антиснайпером. Так, в него не стрелять. Тирея убит. Нет, это Фалькон.
Костя, туда иди. Прицели. Не друг. Это эльф. Еще второй. Вот. Не простреливается, я его вижу. В обоих. Этого и того. Отсюда прострела нет. А дошли ли Нертус с гоблином до мокрого? Или пока еще не дошли? Я пойду, может, гоблин с этим, с Нерту где-то ходит. Отстань, я тебе не могу стрелять. Если ты видишь ленту, по тебе стрелять нельзя. Честно, здравствуйте, снайпер. Кабанчик выжил.
Расстрел кабанчика. Ну что, в принципе, операция кабанчик удалась. Ну да. В отверку попал. А все остальные, всех остальных я подстрелил. Первого увидел фалькона. За ним там где-то эльф в кустах сбежал. Ну теперь тебе надо только гоблина из мокрого дождаться. Ну, ты понимаешь, у меня боевые. Я могу выстрелить. Вали, вали. Вали. Кстати, как... мне за всех нас. Надо мной что-то так просвистело подозрительно пару раз. Подозрительно свинцовое? Ну, по звуку. Тяжелое, да? Минута. Минута. В общем, я буду. Два своих, одна дополнительная, да? Вон лежит, иди посмотри, да. Работала эта хреновина. Да. Так, у тебя, Тимаев, может, у тебя не может быть много. Тимаев, вот он. У тебя двое, не, тебя не больше точно. Блин, совсем не похож. Попал. Это, а, нет, подожди, стоп, Тимаев, вот он. Тимаев, вот он. Вот он. Я вообще лудил во все, что движется. Я вот этого сюда лудил. Ну ты моего подстрелил. Да. Вот сюда залудил. И сюда залудил. Этого... А, еще вон в того я залудил. Не в того, это я залудил вчера. Вчера еще. Это я вчера залудил. А ты не перевешивал, что ли, фотки? Вот это я. Нет. Нет, что, заменяли вчера. Мы просто какие-то оставили. Вот что осталось в этот раз. Да ничего, это черканул. Ну это я его ранил, наверное. Вроде бахнул. Ну да, значит, я все-таки ранил этого говнюка. Ну, ты, в итоге ты... Вот этого. Это, по-моему, вчера фалькон. Не-не-не, фалькон вчера вот нижнему зарядил. Я в вот этот мой. Стрелял. Этот твой, еще какой твой. Еще вот этот мой, но я его... Все, которые в моей знать, были, вот тех это, смотри. Вот это Арби Бараев. Там которые и... в моей были. Чупан Камазов. Чупан Камазов? Вон Камазов. Вот этого я завалил. Завалил. Да. Вы и Терею завалили, и всех завалили. Вот это, да. Вот это, да. Вот, если ты говоришь, что вот это он. Да. Вот это ранен. Да, он не равен. Царапан. Но его все равно царапан. Ранен. Нет, ну да. Считаем, что ранен. Осталось. Вот этого я не видел, поэтому я в него залудил. А вот этого я не видел, вот залудил. Вот куда сюда я шмалял. Вот этого я не успел, конечно. Ты по моей заглядывай. Он делает аккуратно, вдумчиво и... Он ее разматывает. С интересом.